Ты чё не слушаешься, корова? Быром за мной! Не будешь слушаться, станешь как она! Хотя стоп, она так-то красивая. Иди ты нафиг! Го за мной! Ты кто? Я Семён. Семёночка? Но все зовут меня Семён. Чё? Ты подписчик? Ясно. Го покажу фокус. Катайся! Да не ты! Место занято. Дура! Так что за фокус? Катайся! Я чё-то не понял, чё в доме-то произошло? Почему весь пол заделан, как будто что-то взорвалось? Не Лёня ли это случайно замутил, а? Надо сейчас у него узнать. Но я взял себе сегодня на ролик нового ассистента, зовут его Семён. Я вам его чуть позже покажу, продемонстрирую. Это мой подписчик. Я вам говорил, что нужно подписываться на канал, чтобы стать моим ассистентом. Так вот, Семён прошел все, так скажем, критерии. Он мой подписчик, он смотрит каждый ролик. Ролик смотрит до конца, ставит лайки. Короче, идеальный подписчик, грубо говоря. Лёня, ты мне скажи, что тут произошло, и пойдем, я тебя познакомлю, Лёня. Лёнь, все у тебя хорошо вообще, нет? Чё ты там делаешь опять, Лёнь? Ну ты... Что ты за коров сюда привел? Я коровий магнит, магнат. Лёня, вот именно, магнат. Вот ты реально магнит, у тебя на башке магнит, понял, какой-то голубой. Лёня, ты мне скажи... Дрыня? Лёнь? Какого фига ты их... Где ты их вообще взял? И почему ты их назвал дрыней, а? По пути. По пути куда, Лёня? С какого пути? Куда ты ходил? Сюда. А, Леонид Андреевич, короче, я тебе обещал, отстань вообще от меня. Тут вопросы задаю я. Я тебе сейчас задам вопрос, ну-ка, кыш отсюда, быстро, Леня. Ты-то спокойно, пойдем, я тебе обещал с Семеном тебя познакомить. Лень, ты видел Семена здесь? А он с тобой был? Да нет, я ему говорил лайфхак какой-то делать. А, вот, видимо, вот этот лайфхак сделал Семен. Ну, правда, не очень какой-то, что-то он это... Не работает, Лёнь, ты посмотри, что-то отстойный какой-то лайфхак от Семёна, странный. А-а-а, не, я сам это делал. Вот это ты? Ну ты бездарность, конечно, Лёня. Ну чё это такое? Это же не лайфхак, а отстой полный, Лёнь. Ну не работает, блин. Я так-то не могу такую какашку сделать. Да, это сделал Семён. Я так и думал, Лёня. Оставалось тебе просто признаться. Так где Семён-то, Лёнь? Ну он чё-то ушёл. Куда ушёл, Лёнь? Он так хотел вообще стать ассистентом вторым. Его мама позвала. Лёня, да ёлки-палки. В смысле мама позвала? Куда, Лёнь? Ну мы с ним договаривались, что сегодня серию снимаем по лайфхакам с ТикТоком. В лаву! Что? Стоять. Я тебе что сказал? Лёня, я тут лук для Семёна как бы приберег. Но кажется, сегодня он мне понадобится еще не только для Семёна. Стой, я тебе сейчас каску твою по алмазную пробью. Лёня! Он катался и что-то уехал наверх. Зараза шоколадная, ты посмотри на него. Ты долго моих подписчиков убивать будешь, а, Лёня? Да он сам. А, ну я так и подумал, что сам. Я же тебя не обманываю. Ладно, Лёня, поверю тебе. Один разок. Ага. Все, шуруй, давай, ты мне вещи для лайфхака скидывай, потому что сегодня они у нас снова офигенные.
Что ты скинул? Снег? Ты что, сдурел, Лёнь? Нормально у тебя как бы все? Какой снег? 5 штук снега? Ты мне что, по одной вещице, что ли, будешь скинуть? Убери этих дрынь уже куда-нибудь, Лёнь! Тут что они за тобой ходят? Я не понимаю, Лёня! Дрынь, прости, я не хотел дрыни, но я просто в Леонида целился. Это моя защита! Живой щит! Я тебе живой щит сейчас дам по лбу, Лёня. Ты что думаешь, я тебя не убью, что ли? Щит, мазафака! Ну, где Семён? Я думал, что хоть Семён будет нормальным ассистентом сегодня. Ребята, так давайте вы скорее подписывайтесь на канал, чтобы побольше было ассистентов в следующем ролике. Лёнь! Я тебе вещи скинул. Ну, не хочешь, как хочешь. Да где вещи, Лёнь? Где вещи? Уже у меня. Как ты меня достал, Леонид? Можно, пожалуйста, вещи скидывать как бы побольше и побыстрее? А вот не так, чтобы по одной штучке там... Все, мне этого хватит, Лёнь. Все, ну хватит мусорить. Подбирать сам все будешь. Так, Лёнь, давай, брысь в могилу. Давай, бегом. Фу! Ты что, зараза, плеваться еще что ли будешь? Быстро давай. Залазь в место свое. Угу. Тут ты сиди, я тебя сейчас еще прикрою. Вот так, другое дело. Тут был Ленчик. Все, Лёня, пока. Я не понял. Ты куда это... Лёня, а ты куда этот подкоп-то копаешь? Леонид, Андреич, не понял, что делаешь? Для этого лайфхака я подготовил вот это. Вы посмотрите, очень красивые, необычные баннеры. Ну ладно, на самом деле это обычные, некрасивые баннеры. Собираем их, они нам сегодня пригодятся. Блин, забыл Лёню поршни попросить. Лёня, дай поршни, пожалуйста, я знаю, что они у тебя. А ты мне не все вещи скинул, Леонид Андреич. Я не понял. Ты куда выкопался? Ты жопа шоколадная, я не понял. Лёня, ты чё мучишь здесь, зараза. А ну-ка, этот поршень мне давай скидывай, скорее. Один поршень, это мне нужны даже не липкие, Лёня. Ты посмотри на него, ты просто на него посмотри. Да не липкие поршни, говорю, мне нужны обычные поршни. Не надо мне вот эти липкие, на, можешь забрать, они на другой лайфхак. У меня только такие есть. Достань с них слизь, и будет не липкий. Как? Не знаю. Понятно. Пойду искать тогда поршни, Лёня, только не пакости, пожалуйста, ладно? О, ты можешь, кстати, со склада их взять. Поэтому, Лёня, я тебя здесь ожидаю. А пока мы сделаем... Это будет очень интересный лайфхак. Он вообще для дома, но он будет на улице. Мы сейчас сделаем вот это. Основа, в принципе, готова. Здесь мы прокопаем блок и еще блок. И возьмем вот эти 5 снега. Именно 5. Я подсчитал ровненько. 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Готово. Дальше мы ставим стойку. Вот так вот. И на нее голову крипера. Осталось дождаться Леонида Андреевича нашего. Леня, ты там долго еще стоять будешь или нет? Давай, пошуршал скорее. Давай, бегом. Леня, что делаешь там? Ты что сейчас с этим лайфхаком прошлым... А, ты мне вещи скинул. Спасибо, Леонид. Все, Леня, давай, сиди здесь. Не двигайся, не рыпайся. Понял, Леня? Давай, лежать. Спокойно. Увидимся. Надеюсь, что нет. Тут мы делаем вот такую схемку. Дальше сюда полублок и оба! Смотрите-ка, что, ребята, сейчас будет. Кто уже догадался, что это за лайфхак? Я думаю, что нет ни одного человека, который понял, что это такое. Но вы можете попытаться в комментариях угадать, конечно. Ну ладно, ладно, все вам сейчас так расскажу. Это у нас такая будет своеобразная декорация. Смотрите, опа. И тут-то, я думаю, вы уже догадываетесь, потому что дальше мы кладем рамки. И в каждую рамку сейчас, ребята, мы кладем вот это. А? Видали, как красиво это? Лёня, зацени. Лёнь, ты все еще здесь, что ли, Леонид? Лёнь, просыпайся, я тебе сказал. Лёня, встай. Встаем быстро. Угу. Давай, пойдем скорее, я тебе покажу топовый лайфхак, который я только что сделал, Леонид. Опа! Видал, Лёнь? Как думаешь, что это такое? Я-то что? Ну я и говорю, догадайся, Лёнь. Ну подумай хорошенько. Посмотри на это и подумай. Кухня? Ты думаешь, это похоже на кухню, Лёнь? Тут вон труселя твои зеленые лежат. Ты думаешь, это на кухне, да, вот эти вот труселя, а, Лёнь? В смысле на кухне? Ты хочешь сказать, что у нас в доме на кухне твои зеленые труселя лежат? Ты чё, зараза, мяч видел? Давай, пошуршала сюда быстренько. Хорошо, что у нас нет кухни. Так это тумбочки. В общем, лайфхак топовый, сработал. Все нормально. Переходим к следующему, Лёня.
Напомни-ка, Леонид, скажи-ка мне, где вещи на новый лайфхак, а? Там на складе. Если их там не будет, я тебе по жопе мечом дам. Понял? Договорились? Вот так вот, другое дело. Опять искать здесь миллиард сундуков, но... О, нашел. Отлично, Леня, так лай... Не понял сейчас. Сейчас не понял, Леня. Слышишь, ты меня... Леня, ты... Послушай меня! Ты что, меня законопатил, что ли, здесь? Зараза шоколадная, ну все, ты доигрался. Лук для Семена вступает в бой с Леонидом. А ну-ка, Леня. Короче, на самом деле лайфхак очень интересный, но опасный. Я на самом деле не думаю, что он сработает. Но мы с вами сейчас проверим. Леня. В принципе, ничего мне от тебя и не надо. Я сам этот лайфхак сделаю. Что мы делаем? Выкапываем территорию. И дальше мы разливаем воду. Вот таким образом. И что сейчас? Мы ставим полублоки. Не так. Вот так. И смотрите, вода, по идее, остается. Доделываем это все дело до конца. И, о, Леонид, ты как раз здесь. Иди-ка сюда. Мы сейчас на тебе проверим, что взорвется быстрее. Вот это земля или ты? Я веду помощников. Леня, только попробуй дрынь взорвать. Давай сам вставай здесь. Их давай отцепляй. Пускай они гуляют, как говорится, как свободные же... Крутись, вертись, в стекло не попади. В какое стекло, Лёня? Это вот ты обычно в стекло к пчелам попадаешь, потом они тебя кусают. Да вот таких волдырей у тебя на заднице. Давай, отойди-ка отсюда. Я ставлю динамит. Ладно, подходи. Что делать? Стой на динамите, Лёня, и сейчас мы делаем вот что. Уходим. Ого, Лёня! Лайфхак сработал, ты видел? Бум! А я тебе о чем говорю? Ну-ка, давай попробуем сейчас сразу несколько динамитов. Опа, опа. Леня, ты-то куда? А вот сейчас, Лень, кажется, все накрылось медным тазом. Коровы! Коровы? Коровы. Леня, блин, у нас коровы... У нас коровы взорвались. Ну ладно, это были твои коровы, в принципе, не жалко. Ты их бабахнул. Куда было дело? Я думаю, чтобы этот лайфхак сработал еще раз, надо просто... Динамиты одновременно поджигать. Но как это сделать одновременно? А, в принципе, я придумал. Хова! Лёня. Лёня. В принципе, лайфхак рабочий. Ему точно лайк. Перебор. Упс. Следующий лайфхак будет сложный, но дико интересный. Я не понял, там какие-то взрывы были. Сейчас я быстренько вещи соберу-ка. Я не понял. Лёня, ты чё там? Ты это, лайфхак что ли проверял или чего? Ты там лишнего ничего не бабахнул? Ну все, ладно, Лёня, то смотри у меня. Там просто надо этот динамит, если что, на камень ставить. Ты же на камень ставил! Лёня, на камень динамит ставил? Да, точно. Лёня, если там что-то взорвано, ты знаешь, где окажется этот меч, эта стрела и этот лук? Знаешь, я ставил-то на камень. Просто чё-то лафак не сработал. Зараза. Короче, пойдем следующий делать. Он очень смешной, очень интересный и... Кстати, приготовь какую-нибудь броньку там, кожаную. Чё ржёшь, не понял? Я тебе говорю, броньку подготовь какую-нибудь кожаную, там, я не знаю. Смешной же лайфхак. Так подожди, мы же его еще не сделали, Лёнь. Давай броньку тащи сюда, а мы сейчас его подготовим. Здесь делаем лед вот таким вот образом, как можно больше. Тут мы ставим с вами дверцу. А здесь наблюдатель, который наблюдает за этой дверцей. И от него мы ведем редстоун вот сюда. Здесь ставим два блока. Здесь ставим поршень. Здесь ставим снова редстоун. И здесь ставим слизь. Леонид Андреевич. А, я его знаю. Поздравляю. Стойка здесь. Давай, надевай ее. Короче, из брони есть только это. Ты дебил, Лень? Надо все, кроме шлема, ты понимаешь? У меня потому что шлем будет вот такой, Леня.
Опа, Ленчик броньку тащит, давай-ка скорее надевай ее. Ага, вот так вот, все. Трусы, 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 Лень, трусы, трусы ему отдай. Отдай, говорю, трусы, Лень. Ну отдай, ну отдай. А почему они желтые? Где они? Да так, Лень, ладно, все, да без трусов, как с трусами. Ну, в принципе, чучело-то готово, Леня, открывай двери, будем проверять. Ну-ка. Лень. Лайфхак сработал, поздравляю тебя. Только система палевная, не? Ну, да, есть такое, Лень, но ее можно скрыть всегда, если что, понимаешь? Лёня, тогда я обсикался. Это сейчас, почему, Лёня, ты что, застурел, что ли, Лёня? Ладно, в принципе, лайфхак с чучелом сработал. Я пойду, пожалуй, Лёнь, ладно, не пакости, пожалуйста, больше. Я пойду нового подписчика поищу, хорошо? Для следующей серии. Подписчика он найдет. Ща я потреню и кобзда ему. Я незаменимый! Хочешь, покажу, как я их всех завалю? Молчание, знак согласия.